Сотрудники отдела МВД России по Зубалянскому муниципальному району задержали безработного 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мотоцикла ИЖ-49 из сарая. В территориальный отдел полиции обратился житель поселка Зубополяна, который сообщил, что из надворной постройки дачного дома соседа похищен мотоцикл. Мужчина по просьбе хозяина жилища, проживающего в городе, присматривал за домом. Придя утром, он обнаружил, что повреждено запорное устройство сарая, а транспорт отсутствует. Оперативники выяснили, что к краже мотоцикла причастен местный житель. Молодой человек был задержан. В отделе полиции он признался в содеянном. Выяснилось, что фигурант, зная об отсутствии в доме жильцов, проник на придомовую территорию, взломал дверной замок сарая и, обнаружив там мотоцикл, укатил его к себе домой. Транспорт злоумышленник сдал по цене как чермет в пункт приема металла. Кроме того, фигурант проник в дом потерпевшего, откуда похитил товар материальной ценности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, предусмотренным частью 2 и 3 статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Санкции данного преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы срок до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому лицу избрано мера пресечения в виде обязательства о явке. Максим Рыбкин, начальник отдела уголовного розыска, отдел МВД России по Зубалянскому муниципальному району.